В Шымкенте уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. За летний период специалисты намерены провести реконструкцию более 9 километров тепловых сетей. Прошлый отопительный сезон выдался холодным. Январские морозы побили рекорд 79-летней давности и застали врасплох коммунальные службы, а заодно и всех жителей города. Дороги замело надолго, а многоэтажные люди частенько жаловались на недостаток тепла. С учетом прошлых недостатков, аким Шымкента Мурат Айтьянов поручил провести ремонтные работы во всех системах отопления – котельных, насосных станциях, инженерных системах. Также акимам районов поручили привести в порядок подвалы многоэтажек и заменить изношенные вертикальные колонны в системах внутреннего отопления. Согласно плану, будет проведен текущий ремонт 9 километров тепловых сетей и реконструкция 9,3 километров. В рамках проекта планируется ремонт магистральных теплопроводов по улицам Гагарина, Абая, Громова и тепловых сетей по улицам Гоголя и Адырбекова. Также сейчас начаты соответствующие работы со стороны коммунальных учреждений «Триэнергоорталэк», «Казтрансгаз Аймак», «Онтустюк», «Жарахтранзит» и «Суресурстары Маркетинг».